Я вообще считаю большим заблуждением говорить о холодной войне и вообще о войне между Западом и Россией в прошедшем времени. Она никогда не заканчивалась. Конфликт может перерасти в какую-то острую фазу, так он уже перерос. Он уже перерос. Война уже идет. Сейчас ополченцы Новороссии, в общем-то, сражаются больше за русский мир, нежели даже за... Ну, понятно, что они сражаются за свою землю, но они по большей части сейчас обеспечивают вообще существование самого русского мира. Потому что Запад никогда не оставлял усилий по уничтожению России. Это совершенно, совершенно понятно. Вот. В Украине 23 года и так называемой независимости происходила очень серьезная работа. Я об этом достаточно неплохо знаю, поскольку сам вообще из Киева. Вот. О том, что там все финансировалось, целая куча различных проектов, которые были нацелены на то, чтобы внушить как можно большему количеству украинцев, что они не русские, что они украинцы, это отдельная нация, что русские это вообще какие-то уграфины или бог знает какие там вообще неясные национальности и происхождения, а самое главное славяне крутые, это украинцы. А русские это так себе люди, и мы к ним не имеем никакого отношения. И 23 года это продолжалось, и сейчас это вылилось в такой серьезнейший конфликт. И этот серьезнейший конфликт, это в принципе уже удар по России, серьезнейший удар по России. Поэтому война идет, она уже началась.